Югра вошла в список регионов-лидеров по качеству медицинского сопровождения детей с орфанными заболеваниями. Об этом заявил председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на встрече в Ханты-Мансийской ОКБ. Напомню, фонд обеспечивает тяжелобольных детей жизненно важными препаратами. Организация уже закупает более 100 видов медикаментов, технические средства реабилитации и несколько уникальных видов медицинской помощи. По словам Александра Ткаченко, югорские организации максимально качественно выстроили все этапы взаимодействия родителей маленьких пациентов с фондом. От процесса формирования заявки на госуслугах до самой передачи лекарственного препарата эксперты сопровождают семью. Благодаря слаженной работе региональных служб 99 югорчан уже получили необходимое лечение. Это те заболевания, для которых разработаны препараты, которые оказывают именно патогенетическое действие, то есть влияют на механизм развития болезни, его затормаживают или останавливают. Субъект один из лучших в стране, потому что заявки оперативно направляются. Врачи внимательно следят за всем изменением состояния детей, информируют об этом фонд, для того, чтобы мы могли скорректировать терапию.